О, сегодня с вами начнем глубоко разбираться в грибах. Разберем текст песни, чтобы узнать, какие три штуки я бы в этом тексте улучшил, а какие три приколюхи можно взять себе и использовать в качестве приема в собственных песнях. Этот ролик 100% пригодится тем, кто только начинает учиться писать тексты песен, но и тем, кто уже давно пишет тексты песен, он тоже будет полезен, потому что тут много всякой приколюхи. И вы же знаете, да, что между ними тает лед, а я... Вадик Углов, и я самый главный специалист по текстам песен во всем мире, а может быть, даже и на Ютубе. Погнали, как обычно, начинаем с рифм. Постепенно заменит. Мгновение – помеха. Тут такая рэперская рифма. Как будто рифмуется, да, если вот так немножечко набрать в рот чего-нибудь и вот так вот разговаривать. Что какого дела? Подписывайтесь на канал. Теплой постели, по твоей шее, безмятежный, вечно хотели. Ну-ка, работает ли набирание в рот? Теплой постели, по твоей шее, безмятежный. То, что хотели. Как ни странно, это фонетическое безобразие начинает работать, если... Но рифма говно, потому что приходится изменять артикуляцию для того, чтобы эта рифма начала работать. Проблемы, мире, моменте, отдам тебе. Как? Это рифмоваться должно. Крепко-крепко, нужно мне, край света, повторить. Рифма, вернись! Тает лед, никто не найдет, дождем вдвоем. О, вот так вот, все. Снова голос твой, он как будто колыбель, чтобы стал холодней, хорошо сидит на ней, в играх NBA. Напиши в комментариях, что такое блики в играх NBA. Шаг, земной шар, убежать, пожар, метель, карамель, жарко-макапулька между нами теперь. Спать, гулять, велюр лучших юр. Настолько плохо, что хорошо. Шах и мат, шоколад, сладкий мед, тает лед. Ну, наконец-то, вот этот тает лед подвел к тающему льду. И вот это прикольно. Мне понравилось про лучших юр. Сколь бы оно ни было кринжовое, оно вкусненькое. То, что, конечно, мед и лед, потрясающий рифм. Давайте поищем, вдруг внутри есть какая-то другая фонетика, которая помимо конечной рифмы тащит песню тоже. Закрой глаза, утро потарит, и холода за. Немножко, как будто есть внутренняя рифма. Вот тут бы допилить, и было бы вообще вкусненько. Вот и сжимается, убежать с тобой. Какая-то рэперская внутряночка там сидит. Здесь как будто бы вообще очень просится. Снова голос твой, он как будто колыбель. Обниму, чтоб не стало холоднее. То есть прямо вот здесь еще более топорная структура рифмы, чтобы было та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Частушка такая. И вот эту частушку можно было зарифмовать вот здесь, и было бы хорошо. Обниму тебя, курточка моя, а твои глаза. Видите, вот оно есть немножко, но вот это вот снова голос твой доделать, доработать. Кстати, если вы хотите, чтобы я отредактировал ваш текст, то, пожалуйста, проходите в телегу, там есть закрепленный пост, в нем все подробности, все цены, пишите, ссылка есть в описании. Делаю навстречу шаг, чтобы от всех с тобой убежать, под нашими ногами земной шар, между нами пожар. Нами, ногами, тут что-то какая-то внутренняя рифма встречается, но она очень условная. Наплевать, поцелуями, температура, акапулька, она есть, не системно, не всегда. Давайте посмотрим, вдруг в этой истории есть какая-то метафора. Утро подарит мгновение, это немножко олицетворяется утро, волосы волнами, так себе, касание трепетно безмятежно, неплохих эпитетов, которые не кринжовые, очень хорошо здесь выглядят. Застынет время, какая-то интересная метафора. Между нами тает лед, это, собственно, самая главная ведущая метафора. Голос как колыбель, имеется в виду колыбельная песня. Вот это опять глаза как блики в играх NBA, что бы это ни значило, напишите, что это такое. Навстречу шаг, под ногами земной шар, это как будто бы всегда под ногами земной шар, но прикольно осознавать, что у тебя под ногами планета целая. Ты между нами пожар, мы много раз видели эту метафору, у сектора газа есть что-то похожее. Метель как карамель, ну вот это какая-то пошлятина прям пошла. То же самое, что вот тут мед, шоколад, акапулька между нами. Это жаркий город, и сразу конкретика, это как если ты говоришь, он закурил сигарету, или он достал и закурил красный ЛМ. Тем более, что он тут с поцелуями, с температурой немножечко подрифмовывается. Профессионально идем гулять. Мне очень нравится слово профессионально, оно здесь, видимо, для абсурда сделано, и этот абсурд здесь играет очень хорошо. Вообще вся песня такая самоироничная достаточно. Я думаю, что тот кринж, который здесь есть, он вполне осознанный, как медведь поедает сладкий мед. Надо было очень четко, очень плотно вставить тает лед в конец строчки. Они это сделали, это очень профессиональный ход. Дальше надо было отрифмовать назад. Что рифмуется? Лед, мед. Значит, надо как-то обосновать, а почему мед? Мед кто-то руками подъедает, как медведь, и получается, что вроде как этот мед оправдан в контексте, технически сделано в целом правильно. Чуть-чуть покурить над тем, как это сделать менее кринжово, и вообще будет кайф. Кстати, если вы хотите, чтобы я ваш собственный текст разобрал примерно так же подробно, заходите на Boosty вот по QR-коду или по ссылке в описании. Мы там с подписчиками Boosty регулярно раз в месяц разбираем тексты подписчиков Boosty. Давайте по драматургии посмотрим. Какая-то условная любовь. Ребята просыпаются, они в постели, и они этому рады. Рады почему? Потому что ничего их тут не догонит, и они очень хотят сохранить этот момент. Вот это как будто бы лишнее, потому что ничего нового не привносит, все еще ту же самую любовь, просто другими образами подчеркивает. Этих было достаточно. Дальше тает лед, все хорошо. Навстречу шаг, чтобы убежать. Тогда, если вот здесь убежать, вот это вот убежать, оно вроде бы как зеркалится, и тогда оно нужно. Под нами
земной шар, пожар, метель. То есть, несмотря ни в каких условиях, развиваются отношения. Они как бы проходят через какие-то испытания, но все еще вместе. Вот это ничего нового не добавляет. Карамель и метель, и земной шар под ногами был, а тут вдруг идут гулять профессионально. Как будто бы не вяжется в общую логику повествования, хотя вот эту строчку я бы сохранил. Вот это я не понимаю, и вот это я не понимаю. Получается, что мы ничего не знаем про эту пару, и тут и сын появляется. Откуда взялся сын? Фаст-форвард произошел, и мы оказываемся в будущем, где у них есть сын, который не любит шоколад, потому что надо, чтобы он ел мед, чтобы срифмовать со словом лед. Дело раскрыто. Изначальная точка. Мы их встречаем, они спят, и вот у них ты-ды-дын, счастье, радость, веселье. Почему счастье, радость, веселье? Какие испытания приходят? Благодаря любви. Все остальное, как это, лишняя информация. Главное в этой песне это две вещи. Между нами тает лед. Это первое. И вторая корточка моя. Это второе, что цепляет. Все остальное вообще не волнует. Три вещи, которые я бы улучшил в этом тексте. Первое. Я бы выкинул нахрен все лишнее. То, о чем я говорил. Вот это непонятно зачем надо. Вот эта вода вся, которая отсюда начинается, непонятно вообще чего. Вот эта капулька вот до сюда, как будто вот до сюда тоже не надо. Четкое повествование, понятно, развивалось, лишнего убрать оно не нужно. Оно только отвлекает от классных припевов и классных штук. Второе, я бы поработал над качеством рифма, потому что когда тебе приходится включать артикуляцию, чтобы компенсировать фонетику, говно какое-то. Артикуляция отдельно, фонетика отдельно. Сразу надо делать хорошо, чтобы не приходилось компенсировать. Ну и третье, поскольку это рэпчага, я бы добавил еще внутренние рифмы побольше. Было бы прикольно, если бы вся эта мета-ирония, все эти надсмешки над самим собой происходила на фоне техничного, профессионального текста. Получается, что все вот эти глупости оформлены суперпрофессионально. И был бы контраст между этими глупостями и техничностью текста. Чему можем здесь научиться? Давайте, три вещи. Первая вещь — это охренительный цеплючий припев. Он ничего не значит, но при этом столько раз он повторен, что он въедается и с ним ничего не сделать. И обратите внимание, и вот это а здесь классный припев, очень мне нравится, и то, что он ритмически такой разнообразный, и то, что он повторен много раз. Второе, мне очень нравится смелость использовать кринж там, где он уместен. И вот этот злой Юра среди лучших Юр, велюр какой, странно очень оправданный вот этот риф, но в целом иметь смелость вставлять глупости и быть по отношению к этому ироничным, это очень сильное качество автора. Ну и третья штуковина, то, с чего начинается припев, используется вот такой анадиплосис, когда последняя фраза предыдущей строчки становится первой фразой следующей строчки. Очень круто, уместно сделан, можно было бы его здесь повторить. Теперь ты знаешь, с чего начинается припев, и когда ты сделаешь вот этот тает лед здесь, ты говоришь, я знаю, что сейчас будет. И дальше вход в припев. Вот это вот повторение первой строчки припева перед припевом в контексте предыдущей строчки очень уместно, очень хорошо туда вписано, как летая там сидит. Спасибо, что досмотрели до сюда и не перематывали, это очень помогает каналу, потому что YouTube начинает чесать свои алгоритмы и продвигать видос. А еще круто, когда вы подписываетесь, YouTube от этого еще лучше. А главное, это делает мне приятно. Но пока вы подписываетесь, поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, особенно если у вас есть сердце. Несмотря на то, что песенка достаточно такая глупенькая, развеселая, надеюсь, что чему-то полезному вы здесь научились, потому что вы классные. Да классные.